Указом президента Российской Федерации учреждена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Ее будут торжественно вручать от имени президента России. Кто имеет право на эту почетную награду, нам рассказали в Одинцовской городской прокуратуре. Вся страна готовится к замечательному юбилею – 75-летию Победы над фашистской Германией. Победу, которую ветераны Великой Отечественной войны выковали своим трудом, своими руками, своими боевыми заслугами. В связи с этим президентом Российской Федерации издан указ о юбилейной медали, посвященной этой доблестной дате. Указом президента Российской Федерации от 13 июня 2019 года номер 277 учреждена юбилейная медаль 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Медаль вручается от имени президента Российской Федерации. Перечень лиц, подлежащих награждению медали, утверждена указом президента. Вручается медаль гражданам Российской Федерации, в том числе иностранным гражданам, принимавшим участие в боевых событиях. Юбилейная медаль 75 лет изготавливается из металла серебряного цвета, носится на левой стороне груди и располагается после медали 70 лет Победы Великой Отечественной войны.